Добрый день. Сегодня с вами доктор медицинских наук, академик ОУН Селезнев. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Маакум ан доктор Селезнев. Хасари, академ, профессор Минянат Украины. Со мной сегодня доктор Анис Дюбай. Маакум таджим ва доктор Анис Дюбай. Мной открыт самый главный секрет мира. Секрет создания так называемого порошка вечной молодости и здоровья. Так называемого лекарства бессмертия. Для каждой стволовой клетки больного человека. Сегодня тема нашего разговора – это псориаз, стопроцентное выздоровление. И я для вас, больного псориазом, приготовлю его, ваш порошок бессмертия. Всего 4 процесса. Я определю, какие стволовые клетки у вас не работают и спят. Из-за вашей болезни. Второе, это я определю, чем нужно их накормить, чтобы они начали работать, делиться и обновлять орган. المرحلة الثانية وهي مرحلة معرفة هذه المواد اللازمة لهذه الخلايا الأم الموجودة في الجسم. Третье, я сделаю КВЧ лазерную реанимацию, обновление этих клеток, чтобы они начали делиться. المرحلة الثالثة طبعا هي مرحلة إعطاء اللازرني الشعاع اللازرني المنعش لكل خلية من أجل انقسامها في الجسم. Такая же, как реанимация сердца, но только очень маленькая для каждой клетки вашей больной. И четвертое, я сделаю это питание ровно на такой период, чтобы он обновил все ваши стволовые клетки и все органы. Я первый врач в этом мире, который разгадал секрет приготовления этого питания для каждой стволовой клетки. И сегодня я вам этот секрет дам и приготовлю эту пищу. طبعا انا المؤلف الوحيد لهذه المواد الغذائية الطبيعية ولعلاج هذه الامراض التي لم يعرف عنها اي احد. Я каждому дам его собственный эликсир долголетия, который уничтожит псориаз. أنا الوحيد البروفيسور الوحيد في العالم الذي يعالج هذا المرض مرض الصدفي الذي لم يعالج منه أحد. Я каждому дам его лекарство от старости стволовых клеток, и оно уничтожит ваш псориаз. طبعا أنا أعطي هذه المواد الغذائية من أجل القضاء على هذا المرض من الجسم. Вся пища сертифицирована Всемирной организацией здравоохранения. Все продукты специального назначения имеют сертификат заключения Министерства здравоохранения, что создают благоприятные условия для избавления человека от псориаза. من نقابات الدول العالمية. Как только вы накормите свои стволовые клетки, они перестанут быть голодными и вы сразу выздоровеете. عند إعطاء هذه المواد الغذائية طبعا ستنعش هذه الخلايا خلايا الأم وبالتالي ستقضي على هذا المرض. 120 тысяч выздоровлений от псориаза не вызвали ни одного случая несовместимости, неэффективности, непереносимости и осложнений. من 120,000 حالة إشعاع لازرني لم تكن هناك أي حالة من مضاعفات أو حالات سلبية تخص هذا المرض وهذا المريض.
все геронтологи мира, а геронтолог это врач по продлению жизни, знает, что для каждой ткани нужны свои белки пищи. طبعا كل الاخصائيين والمختصين المختصين في حياه الانسان يعرفون انه يجب علاج الخليه ومن ثم بعد علاج المرض. Для одной ткани нужны белки мясной пищи, для другой белки растительной пищи. ولكل خلايا لها خليه لها علاجها بعض الخلايا بحاجه الى غذاء بروتيني والبروتين الطبيعي طبعا وبعض خلايا الى бруттин набати. Как для осла необходимо сено, а для собаки для питания необходимо мясо. طبعاً مثل الغذاء للكلب بحاجة إلى لحم والحمار بحاجة إلى نبات. Для разных тканей необходимы разные белки, которые обновляют и строят клетки. طبعاً لكل خلية لها تشكل الخاص بالحموض الأمينية وتغذيتها. И я приготовлю вам это питание специальное, сертифицированное, и оно уничтожит вашу болезнь. Я и божественные силы природы, мы вместе победим эту болезнь псориаз. طبعاً بهذه المواد الطبيعية مع الأخصائي الدكتور الموجود معكم. سنقضي على هذا المرض بأقرب فرصة ممكنة. Я как автор рецептов пищи от 11641 болезни заявляю, что я спасу каждого и открою ему рецепт его пищи для его выздоровления и дам его. طبعا أنا المؤلف الوحيد في العالم الذي يملك لعلاج 11000 أكثر من 11000 مرض موجود في الجسم وأنا مستعد أن أعالج أي إنسان لا يستطيع علاج نفسه. Я для каждого приготовлю еду специальную, чтобы накормить его стволовую клетку от его болезни, и которая из-за отсутствия этой специальной пищи голодает и не делится. طبعا أنا سأحضر هذه المواد من أجل إطعام هذه الخلايا الأم بحيث أنه لا تبقى جائعة وإن كان أن تعمل في التقسيم. Я выращу и приготовлю для специально для вас эту сертифицированную еду и спасу вас от этой болезни. بالمقابل طبعا سأحضر لكم هذه المواد بأحسن تكنولوجيا موجودة. Я представляю вам доктора Аниса Дюбаи, который имеет все сертификаты и все лицензии от меня. طبعا انا المترجم والدكتور المساعد للدكتور سنيزيور انيس الدبي. Жду вашего заявки. Здоровья вам. انتظر منكم على السايت المكتوب على الشاشه باسرع ولكم الشفاء. На сайте sosfood.ca. Сайт موجود هو سي فودز или доктор Селезнёв ЦЦЮА. А, доктор Селезнёв ЦЦЮА. До свидания. Маслан.